Сброс графического ключа, телефон Xiaomi Mi A2 Lite на Android 8.1. То есть, если у вас пароль, цифровой ключ, либо графический ключ, то данное видео вам поможет, если вы его не можете вспомнить. Но перед тем, как делать сброс настроек, знайте, что при сбросе настроек все данные удаляются. Если так, если вы не вспомнили пароль, выключаете телефон, и затем нужно нажать определенную комбинацию кнопок. В данном случае это включение и громкость вверх, нажимаем их одновременно. Телефон завибрировал, появилась заставка, кнопки отпускаем. Сейчас появится значок Android, и нужно будет нажать еще одну комбинацию кнопок. Вот появился значок Android, теперь нажимаем включение и громкость вверх. Как видите, версия Android 8.1. Здесь нам нужен пункт Wipe Data Factory Reset. Передвигаемся на него кнопкой громкости вниз. Подтверждаем кнопкой включения. Затем громкость вниз. Включение. Происходит удаление пользовательских данных. И появляется первоначальное меню, где выбран пункт Reboot System Now. Также подтверждаем его, нажав кнопку включения. Начинается перезагрузка. Перезагрузка идет примерно минуты полторы. Дальше может быть три ситуации. То есть первая ситуация, это как в данном случае на телефоне нет привязки к Google аккаунта, и после сброса настроек телефон просто загрузится, никаких запросов не будет. Вторая ситуация, когда делаете сброс настроек, появляется окно выбор языка, выбор интернет-подключения, и затем окно подтверждения аккаунта, где нужно ввести email пароль, вводите email пароль, и телефон дальше загружается. И третья ситуация, это когда делаете все то же самое, но email пароль не помните, соответственно, продвинуться дальше не можете. В данном случае вам поможет видео по разблокировке. Ссылка будет на него в описании. Смотрите, либо вот здесь подсказка появится, либо вот здесь в конце этого видео будет ссылка на видео по разблокировке. Сейчас ждем, пока телефон загрузится, и покажем, как определить, есть ли там привязка аккаунта или нет. Появляется окно выбора языка, выбираете нужный вам язык, мы выберем русский, нажимаем, так, Россия, далее, начать, пропустить, сим-карта не вставлена. Здесь смотрите, если у вас есть пункт пропустить, соответственно, у вас нет привязки Google аккаунта, если у вас данного пункта нет, то есть привязка аккаунта, и вам нужно будет затем подключиться к интернету и ввести данные. Если вы их не помните, смотрите видео по разблокировке, ссылка будет в описании под этим видео. Так, идем в настройки. Как видите, графического ключа уже нет. В телефоне Mi A2 Lite, версия Android 8.1 и остальные сведения, кому будет интересно. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе обновлений. Всем спасибо за внимание, всего хорошего, до свидания.